Что, ребята, всем привет. Продолжаем наш серию наших выпусков по Easy Drop. Сегодня у нас пятая часть. Сегодня также будем открывать все тот же самый ширпокейс. И цель у нас все то же самое. Ну, вытащить, естественно, оттуда ножик. Точно так же закинул там 250 на баланс с промокодом на 40%. Вот сколько сейчас получилось. Ну и приступаем к открытию ширпокейса. Открывать начнем. Сперва мы откроем быстро 5 по 5, то есть шлак, да, 5 по 5. Ну, 3, вот что-то есть, вот это вот тигр. Так, тигр тогда мы оставим на контракт, то есть попробуем также контракт сделать. Ну, апгрейд попробуем, снова тигр. И пятый разок. 43, опять тигр. Чё-то прям это, одни тигры. И чё, 286, да? А если 3 тигра продать, то уже сколько? Ну, то есть 3 тигра еще там 118, да? То есть уже больше 400 рублей. Хотя я 250 только закинул. Ну, в принципе, чё прикалываюсь-то? 350 было на балансе, 400. Ну, полтинник поднял, представляете? Полтинник поднял с ширпокейса. Так, давай. Ширпокейс 5, и давай обычненько откроем. Попускаем слюни на то, как пролетает нож. Ну и в принципе весь там более-менее приличный дроп также пролетает мимо. Первая попытка, вторая. Сейчас посмотрим, как он будет на эти прокрутки давать. Ну тут вообще прям все ножи и все, что можно. Два, третья попытка. Все мимо. Тигр. То есть даже тигр не падает на медленной. Он чё? Что там за ерунда? Вот тут юспики. Всем любимые и знакомые там, да? Так, это продаем. И это продаем, это оставляем. Так, давай 10 попробуем. Попробуем 10. Ну, дотяни дальше, чё ты? Чё тебе трудно, жалко, сложно, не можешь? Не хочешь. Ты просто не хочешь мне выдать нож. Вот и все. Вот и все. Тут. Вот тут встань и все. И все нормально прям. Угу. Так, а что там у меня сколько? Вот так тут еще осталось. Что-то сегодня прям вообще мы сейчас это чувствую. Махом мы прям закончим этот выпуск. С такой удачей там, да. Ну-ка, давайте мы это по 5. По 5 пооткрываем, а то что-то как-то быстро все полетело. Или все там это то, что выпало, продать и дальше там пооткрывать, посмотреть. Ну вообще там не варик, вообще не варик. 30, вот еще на 3 попытки. Еще 3 попытки. 10. Ну, ширпокейс. Что-нибудь нормальное, приличное. Это ради уже. Что ты мне? Ерунду какую-то все выдаешь. Покойник. О, тигр дал. Обалдеть. Еще один тигр. Ту-ту-ту. Что там есть? Так, ну-ка мы, блин, вот в контракты или в апгрейды попробовать. Вот что самое интересное. Контракты или апгрейды. Или вообще что с этой фигней заморачиваться там, да? Просто продать вообще ее нахрен. Контракты, апгрейды, фигня всякая. Сколько тут? На 191. Давай. 191 и дальше ширпокейсы мучаем.
контракты, апгрейды там. Ну там, что там, сотку за апгрейдим. И все там, да. Блин, надо было продать, что это. Все, продать и... То есть даже апгрейды просто, ну, с этой ерундой неинтересно там даже делать апгрейды. То есть, ну, сотку апгрейд, сотку мы апгрейдим там и чё. Рублей вообще ни о чем, да. Ну что-то прям это, вчера юспиками меня задрачивал, сегодня тиграми задрачивает. Давай там что-нибудь фиолетовое, розовое, нож давай, сколько можно. Вот, стой, ну сука, не хочет. Ну вот еще тигр, да, у нас. Ну прям супер. Тигр. Пух-пух-пух. Хрен-то там, да? Так, что у нас? Так, доступны для продажи. Продать все. 42. Так, а что у меня тут бесплатно? Какие-нибудь есть кейсы? Что-то же все равно пополнял. Что пишут? До открытия что-то 5 минут. За 24 не меньше 250, следующая через 5 минут. Ну, ё-моё, это что, на 5 минут еще ролик растягивать? Это ж поскольку надо открывать-то, чтобы на 5 минут растянуть его. Ну давай. По 5 и будем открывать. Продать. Давай еще. Ага. Вот тут, вот, вот тут, вот, вот. Нет, нет, вот здесь надо было рядышком останавливаться. Не в ту строчку ты улетел. Сдвинулся с... Так, продаем. Давай попробуем вот такую тактику. Короче, открываем один. Если выпадает больше, мы переходим на два. В общем, открываем один кейс до тех пор, пока он не окупится. Посмотрим, что будет. Бредовая, конечно, какая-то затея там, да? Один кейс открывать, пока он не окупится. Может, тогда его быстро просто открывать, чтобы не тянуть время. Давай посмотрим, попробуем быстро. Потому что это... открыть быстро. Хрен. Еще раз. Хрен. Еще раз. Хрен. Еще раз. Почти. Еще раз. О, очень даже фигово все. Еще раз. Опять сетка. Еще раз. Шляпа. Шляпа. О, окупились. Окупились. Африканская сетка. Так, это мы продаем. Переходим на 2. Ну, точно так же, пока не окупимся там, да? Давай. Оп. Сука, с первого раза окупились. Продаем. Так, переходим на 3. Давай обычно открывать. Посмотрим. Надо же как-то мне там 5 минут эти растянуть. Может, там кейсы откроем. Ну, тут не окупится он. 20, 26, а там 24, 3. Ну, окупился, значит, да? Получается 3, а 18. 4. Ну, давай. Теперь 4. Смотрим. Что тут у нас? Ну тут-то стопудово нет. Тут стопудово нет. Еще давай. Смотрим. Вот здесь. Даже вот здесь бы остановилась, вообще я был бы рад. Ну кому-то там прям ножи сыпят. С одного и того же кейса. Кто там? Это один и тот же открывает, там, походу, тоже какой-то ютубер какой-то там пишет ролик, сыпет ножи, ножами.
Пам, так, это фигня, вся фигня, фигня все сыпет. Ну, ну вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, ну нет. Эх, так, ну что ты тут раздуплился, мне тут время вышло, нет. Кейс открыт один раз. Как и да, я успел его один раз открыть. Хер его знает. Ну давай попробуем. А, ну вчера не было, сегодня гроза. Давай еще разок. Давай еще разок. Покойник. Спираль. Ну это тоже как бы не очень дорогое удовольствие. Так, этот доступен? Нет. 24 не менее там. Ну, ну нет, так нет, чё. На нет и сюда нет. Так, мы здесь остановились на 4. 4, пошли. 4. Нет. Еще раз 4. Ну, блядь, миллиметр, миллиметр, сука. Миллиметр вообще там был. Прям вот еще миллиметр и все. Ты сказал так вот еще, как бы это, ну там прям еще один миллиметр. Так. Это-то купили, значит, на 5 уходим. На 5. Два таких. 70. Пу-пу-пу. И 70. Ну тогда вот так давай. Десять. 32. Нет. В обратку. Ломаем систему. Да. Ну это окуп. Это, ну да. Давай опять. И тоже окуп. Прям аж за 58 он выпал. Так, может что-нибудь все равно все-таки попробовать надо будет. Хоть один контракт сделать сегодня. Хоть что-нибудь там, да? Давай попробовать. По пятаку. Какой-нибудь контракты попробовать сделать. Это как-то вообще прям скучно. Получается все. А тут ерунда какая-то. Попробовать сделать хоть один контракт. Бронзовая декорация. Ох. Desert Eagle. Ох. Слушай, вообще прям. Ну это точно. Такое я выведу. Прям нормально. Наверное, статрековский выпал игл. Статрековский, скорее всего, игл выпал.
Если столько... О, тут вот... Эх. Продать. Ну, там еще что-нибудь надо. Ну, тут на... Так, а поскольку тут по 5, по 30? Ну, значит, еще на 3 прокрутки. Еще на 3 прокрутки. Еще на 3 прокрутки. Какие-то это такой бомжовский кейс, конечно. Надеяться на то, что с него что-то стоящее выпадет, это смысла нет, то есть маловероятно. Но тем не менее, кто его знает? Кто его знает? Что он задумал, да? Ну, это сейчас тигр еще один. Тигр. Так, это мы продаем. И это продаем. И еще на одну прокрутку хватает. Тут либо апгрейд. Ну, с апгрейда вообще мне как бы еще ничего приличного не падало там, да? Всякий мусор. Ой, с апгрейда, с контрактов. С апгрейдов там хоть что-то там было. Но с контрактов один мусор. Ну и тут сейчас мусор там продаем. Угу. Так, давай в контракты. В контракты мы закидываем это и вот это. 130 можно до 521 и за 32. О, я сомневаюсь, что там что-то за 500 тут выпадет. За 30, да, за 500, за 57. Флешбэк. Так, давай продадим. Дроп. Есть же еще тут, да? 2 по 30. 2 по 30. Опять тигр там, да? Опять тигр. Давай. Давай, выдавай. Не пугайтесь, я водички попил. Вот, что подумать, там что за звуки такие. Так, что еще? Ну, еще на одну прокрутку. Ну, опять этот тигр. Значит, еще не на одну прокрутку там, да? Такой вот чуть падла. По чуть-чуть такое-то там дает что-то. И нахер не посылает. И вроде сильно-то не осыпает богатствами. Ну вот тут уже точно он говорит, иди нахер. Говорит, что ты тут это долго тут уже сидишь. Иди нахер. Ну окей, давай. Нож давай мне напоследок, и я пойду. Любой. Дорогой не надо. Любой нож. Давай. Не, говорит, тигр. Тигр-то не нож. Тигр не нож. Если ты до сих пор не понял этого. Так еще там, да? Нож. Нож приди. Нож там упади. И это вот все, это тоже не нож. И это не нож. Нихера себе. И успех тоже какой-то. Пам. Такой. Так, давай вот так, блядь, уже самому это. Сколько там? Сколько видос-то идет там уже? 19 минут уже. Уже все, пора. Куда его такой писать? Тут еще сейчас на попытку будет. На десяточку. Ну, тут тигры. Все стандартно. Даже два. Даже два. Ну, блин, вы сами видите, что он это. Еще держит, падла.
Что держит, только непонятно, что хочет. Подраконить, короче, хочет, что он хочет. Вот что он хочет. Сорокет, давай. А, не хватает, да? Ох, хрен тебе. Давай вот так. Пополнить. Пополнил уже сегодня, хватит с тебя. Обойдешься. Ты не хочешь мне ничего давать, а я тебя пополнять должен. Поэтому не наглей. Ой, блядь. Так, тен-тен, вот так. Ну все, тут теперь слив. Тут теперь слив. Как бы такая страта, что он 5.39 не хватает. Или что, подожди. А, ну он пишет пополнить баланс, тут не хватает. Ну, в принципе, все, да. То есть вот этот вот. Вот это вот то, что доступно, я сейчас запрошу. А, даже нету, да? Че он аналог предлагает? Замену какую? АК, фиговые револьверы, пистолеты. Я как-то вообще прям нубас с пистолетами. Галиль, СГ. Может, СГшку тогда взять? К, Фамасы, Ахерон. Давай мы тогда вот эту. Блюплай, бронзовая. Вот эту возьмем. И на баланс мы еще получим. Запросить. Тут на баланс еще даже можно будет это. Ждем, все, ждет продавца. Ну, то есть я ее запросил, но так как у нас прилетел остаток, ну, один на один у нас хватает. Все, открываем и походу идем нахер окончательно. Это то точно. Песчаная буря, это точно. Иди, сука, ты посмотри. Не это. Как-то он так непонятно нахер посылает. Как-то же так не это, не жестко. То есть смотри, еще дает, блядь. 50. Ну, понял? Ну, как-то вообще, знаешь. То ли как-то и говорит, и иди вроде там, да. То есть, ну, если хочешь, конечно. Если ты хочешь, говорит, иди. Ну, а так, давай еще покрутим. Все, да, то есть ты передумал. То есть сейчас ты окончательно уже там, да, прям прямым текстом говоришь. Иди нахер. Ну, похоже, что да. Похоже, что да. 4.3. На 3 хватает. А там 9 копеек прям. Ну. И вот этот нож. Нет, вот этот. Вот этот и... Ну, мечтай, да? 23. Ага. Еще на 3. И вот этот нож. Нет. Ну, вот этот тогда. Вот это да. Да. Да хрен. Та-там, хрен та-там. Ну. Давай. Ну все. Как там? Нет, еще 9, еще. Но все-таки еще не окончательно он нахер послал. Прям вообще не окончательно. А, ну вот теперь окончательно все. Вот теперь он точно сказал, говорит, иди нахер. Иди нахер. Все. Все. Так, что у нас? Предмет. Забрался. Ну, ждем продавца. Сколько там ждать он это? В общем, его я запросил. Все равно скины понадобятся на розыгрыш.
ребята, ну все, сегодня сами видели, да, то есть, в принципе, в самом начале, если бы сразу остановился, тормознул, то был бы в плюсе. Но цель не эта, то есть остановиться, тормознуть. Цель, конечно же, все-таки постараться выбить отсюда нож, если это получится реально. Потому что, я еще раз напоминаю, 30 дней мы будем открывать этот кейс, то есть ежедневно на одинаковый баланс, то есть будем открывать этот кейс. И посмотрим, что вообще за 30 дней удастся нам отсюда вывести. Удастся ли там вообще там окупиться за 30 дней. То есть мы это все увидим. В общем, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Как только сотня человек набирается, запускаем первый розыгрыш. Все, ребята, всем пока, до новых встреч.